Привет, друзья! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. С вами я, Шолпан Куш, психолог, проводник души и духа. Сегодня у нас... Так, я забыла свои колечки надеть. А я люблю свои кольца. Так. Лучшие друзья девушек — это бриллианты. Долгое время в мире царило табу на сексуальность. Сексуальность как только не стигматизировалась и все еще является в каком-то плане запретной, таинственной, непонятной, местами грязной темой. Кто же эту грязь сеет? Понятно, что это делают маятники. Понятно, что в нашем мире любая тема является собой и темную часть, и светлую часть. Так как мы находимся в обучающей такой площадке, где есть и светлое, и темное, то есть мы в дуальном мире, и наша задача — эту дуальность соединить, то есть смотреть на мир через целостный многомерный взгляд. И сегодня мы будем раскрывать сексуальность тоже из позиции многомерности и из позиции духовности. И смотрите, кем табуировалась сексуальность? Понятно, это темные маятники, различные структуры, которые шарят в законах мироздания и в законах людей гораздо больше, чем сами люди. То есть это высокие судьи на самом деле. И я часто рассказываю в своих других видео о том, что Земля очень долгое время управлялась темными структурами. И у них свои правила, свое видение, как управлять людьми. А сейчас мы уже зашли в эру целостности, где люди берут ответственность на себя. То есть люди взрослеют. То есть кем управляют, в частности, если мы будем говорить про управление, управляют детьми, управляют теми, кто сам не может управлять собой. А сейчас мы тотально вошли в то состояние, где архиважно управлять собой, учиться управлять своими мыслями, чувствами, своим состоянием, то есть взрослеть для того, чтобы самостоятельно в единстве с Богом, конечно же, создавать свою реальность. Мы, в принципе, для этого и пришли сюда. Весь этот мир организован Богом, вся эта творческая лила, вся эта игра создана для того, чтобы мы здесь учились соединять в себе темное, светлое, черное, белое и по итогу создавать нечто прекрасное, целостное. Если говорить про сексуальность, вот эта табуированность религиозными структурами, то есть это не духовные структуры табуировали сексуальность, это темные структуры, которые использовали религию в качестве инструмента управления. В принципе, и сейчас этот инструмент очень хорошо пользуется, то есть пользуется популярностью у темных сил, никуда этот инструмент не девался, эгрегор различных религий все еще существует, и под ним все еще находятся масса людей. И это их выбор, это их право, право души проходить здесь различные уроки. Мы здесь не для того, чтобы кого-то осуждать, кого-то считать меньше, кого-то выше. Опять-таки, повторюсь, мы смотрим на мир через многомерность, и мы позволяем людям проходить свои уроки так, как им хочется. То есть это учебная площадка создана для разных, абсолютно разных цивилизаций, абсолютно разных душ. И мы все здесь можем сосуществовать, что мы, собственно, и делаем. Так вот, тема сексуальности табуировалась религиозными структурами, и у многих женщин, у сильных женщин, у женщин с высоким потенциалом, у сексуальных, красивых женщин есть в прошлом реинкарнационный опыт, когда их убивали за свою красоту, за их сексуальность, за проявление своей женственности, за проявление своей силы. Их убивали, их насиловали. Возможно, и в этом воплощении женщины проходили через подобный опыт. То есть в целом вообще быть сексуальной, красивой женщиной во все времена было опасно. Опасно. И в наше время кто-то скажет, тоже все еще опасно. Я скажу вам, нет. Смотрите, раньше времена были, создавались и строились по одному лекалу. То есть была система одна, 3D-шная система. Сейчас система настолько уже изменилась, настолько уже появились лазейки, что я говорила в прошлом видео, в одном из видео, что мы проживаем в разных туннелях мышления, чувствования, видения.
в зависимости от того, чем вы наполнены, чем наполнена ваша голова, ваши мысли, ваши чувства, ваше сердце, тем вы и наполняете свою жизнь, собственно. На тот туннель жизни вы и попадаете. Если вы мыслите, что сексуальность опасна, что опасно быть красивой женщиной, вы попадаете в этот туннель, где действительно вас подстерегает эта опасность. А если вы чувствуете внутри, телом ощущаете, умом это знаете, что быть красивой женщиной, быть здоровой, сексуальной, богатой, успешной – это здорово, это классно, и мне в этом комфортно, то вы попадаете в этот туннель жизни. То есть все зависит от того, как мы структурируем свои мысли и свои реакции. Так вот, к чему привела по итогу табуированность сексуальности? Это всем известно, если мы это разберем по частям, то возникло сжатие потенциала женского. То есть женщина словно расщепилась, она словно подавила в себе эту сексуальность, закрыла на 7 замков. Помните, раньше были трусы с замком? Ну, то есть это железные трусы с замком, типа трусы верности. Ну, это называлось пояс верности. Я сейчас просто прикалываюсь, что это трусы верности. То есть этот пояс действительно существовал. Были люди, которые вот так вот пользовались этим. Ладно, это флешбеки из прошлых жизней. Видимо, у кого-то это действительно было, раз я сейчас это озвучиваю в видео. Произошло сжатие потенциала с женщиной, и ей пришлось расщепиться, чтобы проявлять только удобоваримые обществом состояния, свои части. Она как будто разделилась на части. Как будто вот ей теперь нужно быть только матерью, добросовестной женщиной, быть добропорядочной женщиной, быть хозяйкой дома и все на этом. Другие свои части она словно закрыла. Но смотрите, когда мы закрываем сексуальность, то есть человек, не буду говорить мы, когда женщина закрывает свою сексуальность, она ее подавила, вместе с сексуальностью что она подавляет? Как вы чувствуете, как вы думаете? Напишите в комментариях. Сделайте такой анализ про себя. Когда женщина подавляет свою сексуальность, она также подавляет свой творческий потенциал. Этот внутренний фейерверк, это ощущение всемогущества, что ты можешь сейчас что-то создать классное. То есть подавляется творческий потенциал, подавляется способность заниматься любимым делом, иметь это призвание, предназначение, заниматься чем-то классным в своей жизни. Подавляется также возможность финансовой свободы. То есть любая женщина может обеспечить себе финансовую свободу. Я не говорю независимость, а именно свобода, потому что мы не можем быть абсолютно независимы от этого мира, мы все равно зависим. И самая прекрасная зависимость — это зависимость от Бога. Не в плане, что вот бы мне Бог дал чего-нибудь, не позиция протянутой руки, а позиция, что ты в единстве с Богом, что ты любимая дочь или любимый сын Бога. Вот что значит зависимость от Бога, светлая зависимость. Так вот, о чем я говорила? Я говорила про свободу. То есть сексуальность — это же также про свободу, про раскрепощение внутреннее, про самопроявление в этой реальности, это самовыражение такой, какая ты есть внутри. То есть сексуальность — это не про копию, это не про копипаст, это не про то, что ты надеваешь какой-то сексуальный наряд, сексапильный, я бы сказала, наряд, и ты косишь под кого-то. Нет, у каждого сексуальной энергии, у каждой женщины, она проявляется через призму ее уникальности, ее индивидуальности. Ну, допустим, моя сексуальность и сексуальность Мэрилин Монро, конечно же, отличается. Хотя энергия одна и та же, да, энергия сексуальности, если мы возьмем. Точно так же у вас будет проявляться через вашу уникальность. Об этом мы поговорим подробнее на моем тренинге, который начнется 27 апреля. Тренинг называется «Женщина. Блаженство Бога», где мы будем разбирать 4 главных состояния женщины. Это ее самоценность или достоинство, первое. Это ее сексуальность, о которой мы сегодня говорим. Это детскость, это ее ощущение защищенности, избалованности этим миром. Ведь есть женщины, у которых просто есть, просто все есть. Как у них это получается? У любого явления есть система, есть правила. Вот об этом мы также поговорим, про избалованность, про детскость. И в этой же
На этой же неделе мы будем разбирать вопрос нашего внутреннего ребенка. Мы будем его исцелять и погружаться в наши желания, желания внутреннего ребенка. То, что хочется реализовать душе. То есть душа очень связана, нет, наоборот скажу, внутренний ребенок очень связан с нашей душой. Итак, и на четвертой неделе мы будем разбирать понятие приятие. Приятие — это когда ты вот имеешь это правильное соединение со своим духом. Это способность принимать мир таким, какой он есть. Это способность принимать дары этого мира. Это способность видеть мир через многомерность. Это соединение нас с нашим же божественным внутри. То есть мы будем открывать глазки на свою божественность, на свой творческий потенциал. Что значит творческий потенциал? То есть мы будем пробуждать внутреннего творца своей реальности. Это полноценный тренинг, не курс, потому что он психотерапевтичный и продлится он 4 недели. Сейчас предусмотрены также грандиозные скидки на тренинг. До 15 апреля можно записаться со скидкой. Подробности внизу в описании к видео. О чем мы говорили? Мы говорили про последствия религиозного табу на сексуальность. Это же повлияло не только на самих женщин, что женщины себя словно расщепили и спрятали свою сексуальность, подавили ее. Также здесь громадное негативное влияние получили и мужчины в связи с этим. То есть у мужчин тоже каша в голове. Они тоже, смотрите, это можно заметить по запросам, по противоречивым запросам. Когда у мужчин спрашиваешь, какую ты хочешь женщину, да? Допустим, он говорит, я хочу хозяйственную маму своих детей, хочу вот такую жену, чтобы она была доброй, милой, умной. И вместе с этим он говорит, что он хочет шлюху в постели. Есть же такое выражение, да, общественное, мол, хочу повара на кухне, что-то там богиню, умелицу и шлюху в постели. Вот такие противоречивые желания у мужчин. И о чем это говорит? Это тоже про то, что подсознательно мужчина знает, что в женщине есть все эти энергии. Весь этот набор энергии есть в женщине. Это не значит, что женщина должна быть универсальным солдатом и уметь все это делать. Это не про умение. Это про внутреннее состояние женщины, про ее наполненность. То есть женщина уже рождается с наполненным набором вот этих сил внутренних. Смотрите, здесь вопрос не в техниках, что ты там вкусно готовишь, какие-то технические моменты очень хорошо знаешь, как приготовить плов или борщ сварить. Это не про какие-то техники в постели, да, особенные какие-то техники минета и тому подобное. Нет, это не про это. Здесь вопрос про состояние женщины, состояние первично. И именно это состояние мы будем создавать. Мы будем вспоминать сначала, убирать шелуху, которая нам мешает создать это состояние. Убирать шелуху, вспоминать свое состояние, естественное состояние женщины. И создавать его, усиливать. На тренинге я предусматриваю атмосферу близости и доверия. Я уже говорила в своем ролике «Дневник психолога» про близость, насколько это важно. И насколько это важно, когда ты проходишь тренинги. Это архиважно, чтобы была атмосфера доверия. Поэтому количество мест на тренинг ограничено. Будет небольшая группа, друзья мои, чтобы мы могли полностью, как бы я не любила это слово, но здесь оно очень подходит, проработаться. Что же такое сексуальность? Да? Мы сказали, это состояние внутреннее. Какое это состояние? Как еще оно формируется? Это про кайф, друзья мои. Сексуальность — это про твое наслаждение. Внимательно, друзья, слушаем. Твое наслаждение от себя. Вот что такое сексуальность. И ничего больше. Ты можешь надеть на себя мешок картошки, но если ты имеешь состояние наслаждения от себя, то это будет просто фонить на все пространство, на все поле. То есть сексуальность — это про состояние. Это про состояние наслаждения от себя, от своей жизни и дальше уже от всего, да? И наслаждение от секса — это в том числе. То есть сексуальность — это не про секс сам по себе.
Сексуальность — это состояние, которое мы внутри себя создаем, когда мы объединяем все свои части, вот те, которые были подавлены, о которых я говорила, женщине пришлось отказаться от какой-то части. И на тренинге мы будем собирать эти части, в том числе те части, от которых вы отказались в своих прошлых воплощениях. Это тоже мы будем разбирать на терапевтической групповой сессии. Если брать секс, и мужчина причем тоже, и женщина получают удовольствие в сексе, только если женщина наслаждается в этот момент. Она наслаждается и находится здесь и сейчас. Она не думает о том, что нужно было побелить потолок, надо купить люстру, надо сварить борщ. Нет. Она в этот момент в процессе, она в наслаждении. Вот что такое настоящий кайфовый секс. И мужчина наслаждается, когда наслаждается женщина. Мы не берем нездоровых нарциссов. Мы берем нормального, здорового, адекватного мужчину. Он кайфует, если кайфует женщина. Смотрите, вопросы для самодиагностики, для помощи себе, для того, чтобы себя проанализировать. Вы знаете, насколько я люблю эти открытые вопросы, они уже начинают менять сознание. Итак, вы можете записать, взять ручку.